Ребя, ну чё? Короче, аккумулятор я так и не купил. Хочется ж мне все этот такой классненький купить, который с батареек, да? Вот литий-полимерный, лифи по 4 маркировка у него идет. Ну, он дорогой будет, наверное, рублей 7. Ну, короче, а обычный 2500 в магазине вот поехать купить, но он будет тяжелее, мне же хочется, хотелось, думаю, самодельный, может сделать здесь вот такой, такое вот, да, расстояние, сюда может какие-то что-то еще было засунуть, какие-то пару ключей хотя бы, вот, ну нет, нет, прижмет, он пойду обычный куплю, поставлю. Короче, что мне тут под краской, с красками тут тоже еще вот все бреют никак, задрали они уже, короче. Теперь вот мне надо вот эти, видишь, косяки его хотел подкрасить. Даже косяки не могу подкрасить. Короче, один баллончик у них всего был. А я один баллончик-то и взял. Сейчас звоню, говорит, ну через неделю опять ждать. Пипец, короче. Сейчас отклеиваю, уже все замучился, я ничего не хочу больше. Сейчас я просто дуну его в салатовый. И на этом все. Ой, блядь, отклеилась, сука. Хреново, хреново. Короче, что делаем? Я уже у китайцев заказал другой вариант раскраса. Эту опять неделю ждать, чтобы он привез мне оранжевую вот эту краску в магазин, да? Это пипец опять. Не хочу ждать, выжидать, надоело. Заказал у китайцев, короче, порошок. Блестящий порошок. Оранжевую взял и салатовую взял тоже. Значит, вот здесь вот хочу вот такие вот сделать, где-то я увидел на каком-то сыре похоже на бабаху, тоже в оранжевый выкрасить, ну и сейчас нету краски. Короче, сейчас я так вот собираю, скручиваю пластик, наверное, поеду потом аккумулятор возьму, а тормоза никак все толком не могу нормально, как полагается, прокачать тормоза. Ни передние, ни задние, что-то. Где-то что-то, как будто какая-то воздушная пробка образуется. Хз. Короче, собираем пластик. И будем катосить. Ждать, пока привезут с Китая мне порошок для перекраски. Перекрашивать я уже так не буду. Возьму там какую-то одну деталь, допустим, морду. Морду покрасил. Вот, покатался, потом что-то другое взял. Не буду сразу опять становиться, опять вот это все перекрашивать. Как бы буду все делать по чуть-чуть, чтобы именно процесс катки, он, короче, присутствовал. Для видосы пилить же надо. Вот так вот. С таким цветом, видишь, ничего не купить. И не продается. У нас один магазин, и то вот так вот работает хреново. Поставки очень редкие у него. Давай отклеивайся. О. Кошмар.
Ребят, ну вот так вот подкрасил бок. Вот такие вот две полосочки. Да, вот здесь вот будет, ну, с той стороны тоже ответочка будет, да. Вот здесь бы тоже еще такую же нарисовать. Такой ромбиком бы. Здесь, наверное, надо было тоже такой, знаете, салатовый оставить кант тоже. Не сделать полностью оранжевым, а салатовый кантик оставить. А вот здесь вот тоже, наверное, какие-то полосочки может присобачить. Ну, это уже, короче, не знаю, сейчас можно поизвращаться, конечно. А потому что потом буду уже этим порошком все красить. Порошок уже едет ко мне, порошок ездит. И едут линзы, которые заказал, будут ставиться, которые под морду, и которые фокус меняют. То есть могут лучом лупить, а могут широко-широко брать. 30-ваттный диод там стоит. Будет классненько. Конечно, еще может что-нибудь сюда бы присобачить. Хз. Ну что, ребят, вот поехал, купил аккумулятор на 10 ампер. 10 амперный аккумулятор, не 9 был, стоял 9, сейчас 10 амперный. 2500 он ценник. Не стал морочиться, это вот с этих самых с тормозных надо будет собрать здесь. Что, заведем зверюгу? Ребят, ну что, вот как бы собрал, да, жопу подкрутил, конечно, не на все болты далеко, да, но хочется вот пойти проехаться, вернее, проехаться. Но чтобы у меня же свет сейчас хреновый, вот одна будет стоять вот такая вот чепухня. Сейчас я ее подсоединю, отцеплю морду, подсоединю ее, чтобы она светила, и попробую проехать. Завтра в горы, блин, едем, не знаю. Пораньше надо сегодня ложиться спать, а так охота поездить. Короче, нужно выжаривать его, чтобы дымище это вся уходила, мазута. Короче, тут, ну, в цилиндрах масло, что сказать. Ну, сейчас морду разбираю, подцеплю провод, чтобы горело. Ребя, ну что, я на заправочке. Прикиньте, домой возвращался, забыл карточку, ёпта, уже ставил пистолет. Хочу сотового ему подарить. Он на сотом такой злой становится. Поедем по чуть-чуть. Надо прожаривать, чтобы вся эта дымяка вышла с него. Че, выехал в центр, ребята стоят. А говорил не буду, да?